Андрей Викторович, есть такие строчки гениальные великого поэта. Я вчера закончил ковку, я триплана залудил. Это про вас? Нет, это не про нас. Это, скорее всего, я говорю, была старшая, давно еще профессия лудильщик, который починял чайники, кастрюльки. Там. Я лужу паяю, ложки, вилки починяю. А лудильщик – это технология со знанием химии, физики, даже немножко металловедения, я так считаю. Александр Викторович, я вот понимаю, резчик косторез или по дереву человек делает вещи красивые, а вот резчик металла, в чем специфика профессии? Ну, во-первых, мы выпускаем очень важную продукцию для нашей страны. Это, во-первых, пищевая жесть для консерв. То есть это стратегическое, можно сказать, сырье, которое мы производим. Для тех, кому непонятно в наших титрах аббревиатура АЭЛ, поясним. Речь идет об агрегате электролитического лужения. Он был построен в начале 70-х годов с помощью английских специалистов и был основным агрегатом в 6-м листопрокатном цехе. Это новое подразделение в прокатном переделе ММК также называлось цехом покрытий. 6 лет тому назад агрегат электролитического лужения вошел в состав производства металла с покрытием. И сюда, на эту промплощадку, мы еще вернемся. А сейчас о том, как закончил полугодие персонал производства металла с покрытием. Отработали довольно-таки неплохо, учитывая сейчас специфику работы. В основном, конечно, мы работаем с 4-литевого стана и с 11-го цеха. Но, тем не менее, агрегаты к этому металлу приспособились. И практически тот объем металла, который мы делали раньше, мы, значит, его сейчас практически делаем. Если говорить про цифры, то по агрегатам цинкования мы за первое полугодие произвели 330 тысяч тонн. Соответственно, полимеров, также полимеры работают за агрегатами цинкования, и 120 тысяч полимеров мы также за первое полугодие уже сделали. По лужению агрегат работает в своей паре, металл для него есть, агрегат загружен на 100%, поэтому цифра 84,5 тысячи совсем не удивляет, это наше нормальное производство, которое мы делаем практически каждый год. Поздравив Максима Геннадьевича с награждением его в честь Дня металлурга почетной грамоты Министерства промышленности и торговли России, мы, как и обещали, отправились на участок электролитического лужения для того, чтобы вам рассказать о том, как сегодня производится на ММК очень необходимая для России продукция – белая жесть. Во всем главенствует принцип целесообразности. Есть ли необходимость в том, чтобы производство жести луженой росло? Я имею в виду тенденцию мировую и в России. Конечно, есть. Вообще во всем мире производство и потребление жести, оно наращивается с каждым годом. В нашей стране, к сожалению, вот уже несколько десятков лет оно, ну, если не падает, то стоит на месте. Вот. Но весь мир, наоборот, переходит на вот эту экологичную схему. То есть жесть – это полностью возобновляемый вид продукции. И сейчас в том же Китае в жестяную упаковку, начиная от чая, молока и соков, пакуют практически все. Вот. То есть пластик пластиком, но все равно экология и самое главное условие хранения, которое обеспечивает жестяная упаковка, они берут свое. Почти полвека тому назад, когда агрегат электролитического лужения вошел в работу, это был прорыв металлургии. Пуск агрегата лично курировал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Англичане, которые его строили, жили в Магнитогорске несколько лет. Кстати, среди них были бывшие военные моряки, участники морских конвоев, которые во время войны
транспортировали военную технику и продовольствие в СССР по ленд-лизу. За это время агрегат не то чтобы устарел, но возникло несколько проблем, среди которых обеспечение запасными частями. У нас же люди тоже на комбинате работают, не бестолковые, там что-то сами придумывают, что-то замена какая-то идет. Это естественно, что агрегат построили, не могут же его всю жизнь англичане обслуживать. У нас очень такая большая сейчас компания, как ОСК, МРК. Это все делаются люди. Мы заказываем, люди делают, находим людей, которые это делают, компания. МРК уже сделала конвертер своими руками, так что, я думаю, для них не проблема помочь вам, да? Ну да, но тут тоже есть свои тонкости всякие. Естественно, люди там, может, как-то думают, что это можно как-то выполнить, сделать. Что-то, может, даже лучше, чем англичане делают. Проще, вернее сказать. Мы поддерживаем в исправном состоянии оборудование. Мы производим высококачественную продукцию. Единственный есть вопрос по тем требованиям, которые сейчас к нам предъявляют наши потребители. А именно сейчас идет тенденция на утонщение ассортамента, на его уширение. Вот здесь, к сожалению, мы в силу своего технологической небольшой такой отсталости, мы не можем производить именно вот с теми требованиями, которые они от нас требуют. Но то, что касается самого оборудования, оно исправно, оно работает, оно производит нашу продукцию. Здесь вообще вопросов даже быть не должно. Это наша первоочередная задача – производить высококачественную продукцию. За первое полугодие на агрегате электролитического лужения было выпущено 84 500 тонн белой жести. Много это или мало? Для огромной страны России, где особенно в последнее время бурно развивается пищепром, это, наверное, немного. Если учесть, что после пуска пятикротевого стана 1200 в третьем листопрокатном цехе, а затем цехопокрытий, «Магнитка» была безусловным монополистом в этом сегменте рынка. Но английский агрегат, назовем его так, и сегодня работает как швейцарские часы. И в этом во многом заслуга хорошо обученного персонала. Мне, во-первых, нравится то, что я выпускаю. Скорость агрегата мне как бы нравится вообще. Тут адреналина очень много, тут постоянно движение. Тут нет такого, чтобы человек сидел. Тут очень интересная работа. Следить за самим процессом. Мне это доставляет большое удовольствие. Вы любитель скорости? Ну, смотря чего и где, но люблю, конечно, движение. А на автомобиле какой максимальную скорость достигали? Ну, не превышающие, как бы, требования по ДДД. То есть 200 шел? Нет. Как положено в городе 60. Ну, за городом, там, где позволяет трасса, 200 шел, честно, смотри в глаза. Нет, я соблюдаю закон. Я сюда пришел только в 82-м году, цеху уже почти 10 лет было. Ну, хотя, по тем временам, конечно, это небо и земля было с остальными цехами цеха. Я просто даже не думал, что есть такие цеха на комбинате. После горы и цеха изложниц. Я не понял, вы работали на горе и цехе изложниц до этого? Да, да. Так уж получилось, что после окончания училища два с лишним года отработал на горе, в первом аглоцехе. Ну а потом судьба немножко забросила поработать в цехе изложниц. Так, там главная профессия вырубщик, так понимаю. Да. Работал на вырубке пороков. После этого, когда сюда пришел, увидел это все, это был просто космос. Четыре смены в ночь на вырубке металла в изложницах, это похоже на, не знаю, что даже. Ну, не сказать грубо, каторга. Ну, как-то так. И то, что здесь, это по тем временам, я говорю, это просто даже не ожидал, что есть такие цеха на комбинате. Вообще ощущаете, что комбинат меняется? Меняется гигантскими шагами в сторону технологической цивилизации.
Да, конечно, это и у нас в цеху заметно. Там, даже та же ПРМ машина поставили, летучие там на нарезках. Это все улучшает качество нашего металла, по крайней мере. Компьютеризация, распечатка тех же ярлыков. Раньше писали все в рукопашную. Сейчас нажал на кнопочку, тебе все распечаталось. Можно посмотреть, какой металл идет, куда заказ, для какого потребителя. Раньше этого, конечно, не было. Сейчас все более-менее централизовано. Да, сегодня наш агрегат электролитического лужения единственный в России, где выпускается продукция для пищевой промышленности и не только. Но молочным комбинатам России никто не может запретить покупать белую жесть для банок за рубежом. А это реальная конкуренция. Выход здесь только один – обновление производства. И это вопрос времени. Это, можно, наверное, сказать, действительно мечта. Потому что агрегат, на котором сейчас мы работаем, к сожалению, не молодеет, а только стареет. Введен он был в эксплуатацию в 1973 году, то есть более 40 лет уже выдает на гора белую жесть, и хочется уже быть, скажем так, в одной струе с современными технологиями, что, в принципе, и наши потребители требуют от нас. Вот. Но для этого нужно вкладывать и проводить какую-то модернизацию существующего оборудования. Потребность в России и вообще в мире в жести пищевой осталась по-прежнему высокой. Судя по тем заказам, которые мы выполняем, судя по объемам тех заказов, которые мы выполняем, снижения потребления я точно не вижу. Вот. И с учетом того, что агрегат загружен на 100%, я думаю, что есть даже небольшой рост. На территории нынешней России агрегат единственный. У нас есть соседи в Казахстане, в Темиртау, которые также делают жесть. Они там стоит точно такой же агрегат. Ну и сейчас в Белоруссии построили новый завод по производству жести, который должен вот-вот скоро запуститься, который, конечно, нам составит конкуренцию, но я думаю, что наш рынок, это наш рынок, те потребители, к которым мы уже привыкли, которые привыкли к нам, я думаю, что мы на них также будем работать. В эти дни весь металлургический мир, а особенно российский, внимательно следит за тем, что происходит в 4-м листопрокатном цехе ММК. К дню металлурга здесь был пущен в работу обновленный стан, где 500 горячей прокатки. Таких станов в России больше нет. Это уже сегодня позволило комбинату увеличить производство горячкатного листа и улучшить его качество, а также изменить потоки металла на промплощадке ММК. Как это отразилось на работе производства металла с покрытием? При изменении потоков тот металл, который раньше был с 10-го цеха, шел через реверсивный 5-го цеха, приходил к нам с длинным плечом, то сейчас по новым потокам металл будет со стана 2500 идти на реверсивный и, ну, и на 4-плечевой, конечно, и потом уже идти к нам. Во-первых, это плечо короче, передел металла также будет быстрее. Ну и, наверное, качество все-таки на новом стане, который у нас сейчас с вами будет, и который уже пущен в работу. Качество, конечно, я думаю, добавится, улучшится, что очень хорошо скажется на агрегатах цинкования и полимерных покрытий.